Друзья, хочу показать вот такой вот бокал э, для вина. Понятное дело для вина, поскольку декор даже этого бокала э, говорит о том, что задействовано здесь виноделие. Процесс виноделия, сам виноград, виноградная лоза, различные этапы, включая дегустацию, изготовления этого напитка. 125 миллилитров, вот такой вот бокал средневековой формы, дизайн сам такой средневековый, даже сцены на барельефах декорирующих это, это, этот бокал средневековый. Одним словом, такая вот вещь, которая создаст особое настроение вокруг себя и приятно будет из него, наверное, дегустировать какие-то старые вина. Спасибо.